Здравствуйте, сейчас мы с вами послушаем ресивер KR-5150. Это прямо классика жанра. Я всегда говорил, что ресиверы 70-х годов звучат очень неплохо, а он прямо по техническим характеристикам как нельзя классичен. У него выход небольшой. По нашим теперешним меркам, как кажется, 2 по 33 ватта на нагрузке 8 Ом. Коэффициент гармоник у него при этом 0,5%. Вот. К нему можно подключить три пары акустики. И мы сегодня послушаем Джилл Барбер. Именно певицу. И будем слушать на трех акустиках. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот это черное, это Philips Sound Project 6494. Вот она. Вот двухполосная коричневая, это Richard Allen 82L Лабиринт. И вверху у нас сейчас стоит Heco Professional 650. Сейчас мы с вами попробуем. У нас включен сейчас пока Ричард Аллен. Начинаем с него. Включаем проигрыватель. Все регуляторы громкости, естественно, все в нейтральном положении, все в середине. То есть тембр. Pour n'importe comment, il est un homme. S'il est un homme, un homme, un homme. Je n'exige pas un Apollon qui s'est brouillé dans les salons, ni un typhon comme Samson pour que j'aie un maître bon. Сейчас Heco Professional 650. Je cherche un homme, un homme, un homme. Это акустика Philips. Doesn't have to be handsome as a picture. An ordinary guy's alright with me. Je cherche un homme, un homme, un homme. Qui s'appelle Pierre ou Paul ou Tom. Она, как правило, видите, она подключена неправильно, она правый канал перепутан с левым. Thank you.
Голос выходит, как слышите, на передний план. Переходим на Ричарда. Очень сбалансированная акустика. Акустики у всех разная чувствительность, После некоторого времени адаптации, в принципе, вся акустика показывает себя достаточно качественно, хотя, если при резком переключении, видна, конечно, разница. Это Philips, опять же, сейчас будет Хеко. Я думаю, что на этом показ можно закончить. Приблизительно вы поняли, что я хотел показать. До свидания. До новых встреч, и советую всем обращать внимание на старые аппараты именно 70-х годов. Где-то в границе проходит где-то 75-й, до 75-го года надо что-то искать, и там очень музыкальные есть аппараты. До свидания.